Госпожа. Я хочу видеть государя. Госпожа, повелитель с Ибрагимом Пашой важные дела обсуждают. Лучше бы вам попозже к нему зайти. Госпожа. Отойди. Госпожа, я... Госпожа! Ох. В гареме уже давно царят мир и покой. С приездом принцессы все, несомненно, пойдет по-другому. Мы знаем, как сильно ваша женщина вас любит. Я опасаюсь, что ссор между ними будет попросту не избежать, повелитель. Повелитель, пришла Хюрем-Султан. Проси. Повелитель. Хочу наедине поговорить, если вы позволите. С вашего позволения. Ну, говори, что тебя привело. Принцесса моя пленница. Ты зря беспокоишься, мучаешь себя понапрасну. Придет время, я ее отошлю. Не торопись, дай срок, вот увидишь. Помнишь, как ты мне это сказал? А теперь я ее вижу здесь, в гареме. Ты говорил, это просто политика. Так ты дела государства вершишь. Я не намерен с тобой это обсуждать. Иди к себе. Ты ей колье подарил. Ты на семейную трапезу ее пригласил. Она уже и в гарем проникла. Валиде ручки целует, кланяется. Сулейман, зачем ты ее привез? Как ты мог во дворце ее поселить? Ведь здесь живут наши дети. Я счел это уместно. И отныне она в моем гареме. И тебе, как и всем остальным, придется с этим смириться. Сулейман, ты так и не понял меня. Я ведь не как все. Я скорее умру, чем смирюсь. Иди к себе, Хюрем. Не смей делать глупостей. Сохраняй достоинство. И никаких сцен. А охотничий домик? А вдруг она и гарем подошёт? Как ты можешь ей доверять? И на Верке. Она наш враг, католичка. Католичка? Тебе ли говорить? Может, ты забыла, что сама была христианкой, когда попала во дворец? А теперь ты стала правоверной мусульманкой и 4 детей мне родила. Так вот этими детьми клянусь тебе, что я этот день не забуду, Сулейман. Повелитель. Thank you.
Госпожа.